Я, наверное, приделаю небольшое попурри по просьбе преданных искренних слушателей, читателей из нашего альбома с ансамблем Ивана Трофимова «Запрещенные барабанщики». Это вот любопытно, когда мне описывали атмосферу этого замечательного заведения, вот эта неформальная атмосфера квартирника, импровизации, может быть, какой-то там просто посиделок на кирпичиках где-то там на лесопосадке, когда это еще было не так опасно. И мы, собственно, в последнюю минуту, когда надо было записывать всю эту программу, все было очень хаотично, на нервах, на соплях. Ну, пока ребята играли вступление, наговорил там массу глупостей, как будто это было сделано в запись в 75-м примерно году. Ну, где-то примерно так оно и получилось. Мы сумели остановить время, как Иисус Навин в свое время. Не знаю, сколько это удалось, но вот несколько вещей я, учитывая, что дети, я буду посвистывать, прокашливаться, там будет звучать. Мой приятель, студент, молодой попец, мне слепил документ из-за БХС, а я гляжу на него и глазам не верю, неужели мои будут все евреи? Я побежал прямо в ГУ. Здрасте, дядя Моня, а нужен финский костюм, нужен плащ Болонья и, конечно, бахет, и пальто в придачу, а не то старый, а не построишь дачу. Дядя Моня дрожит, испугался, видно, а вообще хитрый жид, держится солидно, но потом стал угрюм, очевидно, струсил, вынул финский костюм и с махера бузил. Я одет, я обут в 40 мокасинов, девки сзади бегут, варежки разинут. Успокоился зверь, ну а между прочим, я шаинов теперь уважаю больше. Успокоился зверь, ну а между прочим, я евреев теперь, ну, уважаю очень. Как-то раз иду один с работы и решил зайти в Азербайджан, кинотеатр такой. Жена моя сидела с восторга, Кларабелла, Тарзан мою жену запаловал. Жена моя сидела с восторга, Барбарелла, Тарзан мою жену запаловал. А когда мы вышли из зала, слова жены мне точно в спину нож. Посмотри, какие ноги, посмотри, какие плечи, ты мой идол, на кого похож. А посмотри, какие ноги, посмотри, какие плечи, ты ж мой идол, на кого похож. С тех пор началось мое мучение. Жена в квартире джунгли развела, не моет, не стирает, в квартире все воняет, а кошку, мышку, шмурку читай назвала. А не моет, не стирает, в квартире все-таки воняет, и кошку, мурку читай назвала. Дед подарил мне рубашку, по 30 лет рубашку ту носил, дедушка мой.
У дедушки в рубашке завелись букашки, я по ночам их тапкою добил. У дедушки в рубашке завелись букашки, я по ночам их тапками добил. Каморки бабы Карла у камина валялся в сраку пьяный Буратино. Но тут пришла развратница Мальвина и сделала второго Буратино. А я не знал, что ты такая дура, как пень твоя корявая фигура. А ты на мне повисла, как едка коромысла, и просила трешку на кефир, а я ждал. А ты на мне повисла, а будто коромысла, и просила трешку на кефир.